Ну, это клев так себе, честно говоря. Всем привет, ребята, с вами снова Мэфик. Сегодня будет ночная рыбалка. Мы в открытом море напротив города Руйфан. Вот. Ну, буквально недалеко от берега, тут 500 метров, и тем не менее клев просто огонь. Сегодня Сани вы его видели в прошлых видео. Славик, естественно, он сейчас снимает. Вот. И сегодня наша цель — это бельфиш. Бельфиш, ну а дальше мы попробуем поставить сабики там, да, и надолбить, может быть, ставритки, может быть, скумбрии. Ну, вот. Ну, это такая цель. Цель основная, конечно, бельфиш. Закат, друзья, а это значит, что мы сегодня с вами едем на ночную рыбалку. Сегодня со мной два спиннинга, это один Pro Hunter, вы его видели в прошлых видео. Естественно, мой короткий семиваза, тоже лодочный. В общем, ну, в принципе, ничего особенного, то есть тестировать я сегодня вряд ли что-то буду. А, тестировать будем сегодня снасть с вами другую, новая снасть, все как обычно, эксперименты у меня продолжаются. Тем не менее, мои друзья ждут меня уже в порту, а я по независимым от меня причинам опаздываю, ребята, поэтому еду быстро, но аккуратно, очень аккуратно. Значит, буквально через 30 минут отход катера, а мне еще ехать, минут 20 минимум, то есть плюс-минус, в общем, я успеваю. Так что едем, ребята, едем! Так, друзья, мы уже находимся на корабле, все вещи перенесли. Дядя Саша, дядя Слава. Я ставлю брекет, покуда мы стоим в порту. Вот. Ух, как я летел сегодня, ребятушки. Быстро, но аккуратно. Сейчас поставлю брекет и буду парням показывать, как приманка насаживается на эту так называемую приманку тенья. А я сегодня буду, ребят, ловить либо на тенью, либо на другую интересную приманку. Вот, вам все обязательно расскажу. Так, ребятушки, показываю, как делается. Потерялась. Вот приманка. Ее надо и в конец просто вот так вот сверху обматываешь. Первая поклевочка. Оба. Ну, можно, да. По-моему, сошла. Ах ты.
Опа! Так, что-то хороший тянет. Вот и у меня тоже есть. О, хороший бэль. По размерам. Друзья, неплохого размера рыбка. Забираем. Да, поклевоз был такой серьезный, прям бум-бум. Эта поклевочка была хорошая. Еще раз. Ну что, может, соревнование? Не, я буду вялить. Она нормально вялена получается. Мелкую пожарить можно, а вот большую прям хорошо. Она такая костлявенькая, но... Зараза какая! Присела прям на этом самом. Не, нормальный. Вот это хорошая поклевка была. Вот это ничего себе! Ну, ребятушки, вот уж такой нормальный, икриной. Бельфиш. Завялим с икурочкой, отлично. Ну что, 2-0? 2-0-0, что ли, я не пойму. О! Дядя Саша разловился тоже. Что, нету? У-ху! Поймал, блин, фиша, ешь. Ух ты, какая поклевка! Я помню, я на эту джиголовку вытащил этого самого бонита. Они начали прыгать. Там ближе к утру начали прыгать у поверхности. Прям как пули такие. И я начал вытаскивать, он хватанул, короче, как дал жару. Да. Такой вот. Вот это да! Oh.
Что, 3-2-1, что ли? Ага. Был. Слово, такие жирные приманки ставят. Как будто на марлина. Во, Славик. 3-2-2. 3-3-2. Счет равняется. Четыре, 3-2. Ву, какая поклевочка, прям видел я. Кончик, бэм. Сидит. И счет снова сравнялся. 4-4-2. Посмотрите на технику этого спортсмена. Он тащит со всей силы. Фрикцион отрабатывает правильно. Спиннинг гнется. О, и поклевка еще одного спортсмена. Да! И это победа, похоже, ребята. Похоже, это победа. Так и есть, друзья. Опа. С вас реку. Так, друзья, ну тенни работает нормально, вот парни ловят, все хорошо. Вот, а я хочу попробовать новую оснастку. Это вот, вот так она выглядит. Значит, это такой поводочек получается, да, и некоторое количество крючков. Тут в данном случае 4, там обычно бывает 5-6 и больше. Вот, и это такой как бы отводной поводочек получается. На нее также вешается, в принципе, приманка. То есть я сейчас сделаю, я сейчас свяжу поводок отводной, вот, а внизу, снизу, с самого низу будет груз. Вот это в данном случае номер 50, это примерно там грамм 180 где-то. Так, друзья, ну вот такая оснастка получается. То есть вот этот поводок, приманка с крючками, значит, и вот груз. Эти. Ой, дядя Слава, давай, 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 смотри, смотри. Надо поди налить чуть-чуть. Санька, вот тянет, видимо, как китайца какого-то. Китайец. О! Левее Альголя. Ну вот и у меня поклевочка, ребята. Ну вот, друзья. Здесь вот он четко клюет прямо на крючок. То есть видите, как он просекается. То есть если на тенья он, в принципе, ты его багаришь, как бы, да, но чувствуешь поклевку, то здесь как бы поклевки ты особо не чувствуешь. Закинул туда, он, в общем, сам ловится. Вот. Но, по крайней мере, он ловится на крючок прям четко. Еще один вариант, друзья, оснастки, это поставить здесь не грузик, а тенья. То есть будет... Это рыбка, которую можно будет дергать, как бы, да, и вот отдельно вот этот поводок с приманкой. То есть такой двойной, в общем-то. Двойной удар, в общем-то, сказать. Тройной вандам.
Я, наверное, так, ребятушки, и поступлю. Опа, есть! Хороший прям дёрт был сейчас. О, ёшкин-башки! Смотри, какая, блин! Отдёрнуло нормально, знаешь, как бам! Ну что, друзья, бельтфиш ловится прекрасно. Саня перешел. Ух ты, какая поклевка была сейчас у меня! Саня перешел на сабики, пытается поймать ставриду или скумбрию. Вот. Ну, здесь все, в принципе, хорошо. Сейчас точку сменили. В целом все неплохо. Вытащил сейчас хорошего бельта. Ну, в общем, ловим. Ловим, друзья. Да, так бывает, да, да. Нападение. Я чувствую, друзья, что мы сейчас перейдем все троем на ставриду и скумбрию. Как я и говорил в машине вам, когда ехал. О, ну Слава клюет. Ух ты, ничего себе, какая ставрида. Вот она, ребятушки, ставридка. Пошла, Саня. С почином. С почином. Ставридос вяленый отличный. Блин, слушай, такая ставрида, смотри, ловится. С две ладони. Ух ты, ничего себе. Вот это тянет. Слайк, я поймал ставриду. Друзья, так как подошла ставрида, вот, я вот так вот сделал подсадочку. Сейчас попробуем. Хорошая, блин, ставридос, смотри, слайк, какие. Я таких не ловил еще. Клюет сразу же прям. Прям друм-друм. Вот она. И да, есть. Надо с ним. Ух ты, ничего себе! Ставридовое безумие, друзья. Не, надо ставить сабики. О, хороший. Вот она сидит. Это бельт, походу. Скумбрия? Да.
пытаюсь третий раз уже спиннинг это самое собрать. Мне не дают. Так, друзья, ну что, пока тут суть дела, сейчас уже скоро домой, поэтому надо поставить сабик и попробовать половить чисто ставридоса. Больно хочется. Так, поставлю, друзья, ребят, на 40 метров тенью, а вот что клюнет там. А здесь пока половлю сверху, пока скумбрия бьет, надо пользоваться моментом. Нифига себе, что-то присело. Бельт. Ребятушки. Рыбалочка-то удалась. Опа, есть. Опа, есть. Ничего себе. Что-то там такое. Опа. Вот этот, друзья, малек, которого жрет скумбрия, кстати говоря. Смотрите, какой мелкий. Как раз тут мушки его напоминают. Что там, Слав? Твоя? Да. Ух ты! Ну, бельт еще клюет, ребят. Нам осталось буквально там минут 30. Вот, но пока клюет, в принципе, можно половить. Ну, вот и все, друзья, рыбалочка закончена. Еду домой. Читайте описание под видео обязательно. Вот, всякие штуки, которые я пользовал на рыбалке, они будут показаны, где я покупаю, где там на Алиэкспрессе или еще где. Ну, что можно сказать? В принципе, хорошая рыбалка. Конец сезона бельфиша, поэтому надо было обязательно посетить. Вот. Отловились отлично. Ну, всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Всем пока.